Здравствуйте, меня зовут Мовчан Дарья, я из Украины. Я художник-аматор, то есть я рисую для себя и для своих друзей. И совсем недавно прошел благотворительный аукцион моих работ в поддержку тяжело больного мальчика. Одной из таких картин, принимавших участие в аукционе, является картина «День и ночь». Я предлагаю ее вашему вниманию. Картина «День и ночь» выполнена в технике акварель и тушь. Таинственная красота ночи и нежная красота дня, и то, что их объединяет и делает невозможным существование друг без друга, это сама жизнь. Энергия инь и ян, холод и тепло, радость и печаль, движение вверх и спокойное созерцание вглубь себя. Без всего этого наша жизнь не была бы настолько разнообразно прекрасной и интересной.